всяких. Дайте фулл ребаф. Ебать, первый раз за день увидел кулак, ебать, паладинский. Сулыкорни. Ебать, еще и каску увидел паладин. Как красненько прилетает тут периодически в рейде, я чуть не понял. Кулак по разбойникам дайте еще. Фулл ребаф в рейде. Ебать. Танки босса. Ловите босса, блин. Убьет. Ой, шпили, шпили. Сейчас я себе мазончик поставлю. Великий огонь, РБДшники в землю. Без ребят, мазончика не дамажится. У меня малой начал мультик на английском языке смотреть сам. Че, ебанулся, что ли? Нет, ему очень нравится почему-то. А, заходит, да? Да, он начал повторять даже некоторые слова. Так. Возле черепа. Сама развитием чел занимается. Отлично, пусть. Я бы с радостью, чтобы он начал языки. Да, Шайлин, гони, пожалуйста, что кто по шпилям мне бьет. А, стоп, пока шпиля нет. Ребята, все, кто в Дискорде сейчас меня слышит, ничего не нажимает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Скриншот. Мелики огонь, РДДшники в землю. Земля прямо в самом конце стоит. Роги, лог, там... Все, можно нажимать? Чего? Можно скипать? А, да, да, да. Ребят, вы должны были подключиться, и когда я пролинтовал, что вы без лута останетесь? А, когда мы его скидывали. Каубаха по-любому без дискорда. Кто? Каубаха. Вот он стоит за тебя почти. Дестрик, если не ошибаюсь. Ребята, сказано, за черепом никого не должно быть. Кроме меня. Оно отошло туда. Пепси, ну правда, не надо. Сейчас тебе шпиль появится, опять я разворачиваюсь все тело персонажа, чтобы шпиль бить. Сейчас, я просто это. А, милики, землю, РДДшники, огонь. В принципе, мы сейчас, может, даже два закрываем. Что там? Ну, либо так можно. Такая сэндомыч, там без разницы, все равно кто-то что-то нажмет, типа, а я не услышал, я прослушал, я пропекал. Все, все ветер, тащил у босса, кривый ветер. Так косяк рыба или тот, кто пропекал, логично. Да? Не мой. Вот именно. Рыл по факту всегда прав. Да, учитывая... А учитывая количество рейдов на Наригорна, тут косяки точно не рыловские, так что... Я сегодня так это писал, говорит, о, теперь ГТВК легче закрывать. Я говорю, ну я вас верю, говорю, но я говорю, надо его легко закрывать до нерфа. Говорит, а почему ты, говорит, веришь в нас? Говорит, мы же все вместе. Я говорю, так нет, я вам уже все рассказал тысячу раз. Земля. Милики в землю, РДДшники огонь. Давайте оперативно два шпиля заливаем, потом ветер, он сзади стоит. Я потом напишу. Это называется успех, солк. Так, Юмакс. Юмакс, если что, нету слотов. Посмотрел, побежал. Ну, какой-то чел еще подходил, 216-й. Армия клеть. Красная броня. Ага, не знаю. Сейчас еще шпили будут. Может, и не бурстить, ребят, у нас сейчас шпили появятся. Без разницы, милики огонь заливайте, РДДшники уже в землю включились. Не надо ауешки, вы босса переведете вместе со шпилями, ребят.
Триплыч, уйди. Такая топка. Энергия. На пульт. Танков на пульте. Не надо их разбрасывать, там куда-то отвиривать. Я не знаю, как будто бы я дебилом каким-то объясняю, который. Жиза. Так, ты трогал, ушел в инвиз. Легионовки. В угол. Перезаливайте. Четвертая пати, вы уходите с танками. Роги на шпиле. Надо бекашников никого снять. Вар. Блять, я рекаунт, сука, удалил. Вар. Пятая пати, уходи вместе с танками. Помогает будущее. У нас один танк живой, где все вы, ребят? Топ-топ. Босса видите? Вар, пятая пати, помоги танку боссу поставить. Такие. ДД, станьте, пожалуйста, все под стенку. У нас еще два по двум танкам. Дайте флори баф, ребят. И в угол босса поставьте, наконец-то. Шпиль. Прибахните. Спокойно, пул. Локи питомцев вырубите, пожалуйста. Локи уберите полностью питомцев. Они здесь не нужны. Босс только туда сюда носится, как угорел. Бежали. ДД не бьют боссы, просто перебегают. По всем танкам дайте ребаф, пожалуйста. Шаман, занимайся, пожалуйста, своим делом вместо писанина в рейде. Спасибо. ДД, не бейте босса, просто пробегите, станьте в угол и ждите. Ну, понимаешь, Стикс, нужно поумничать немножко. Как не видишь, что босса бросает из угла в угол, у нас сзади шпиль появился, каст никто не сбил. ДД, РДД, развернулись, залили шпиль. Лучше бы вместо того, чтобы пиздеть, вот, бегали побыстрее, чтобы шпили в сраке не выделились. Не нужно сбивать касты, ребят. Не я сбиваю каст, а вся шестая пати. Нет, на пул тут не работает, блядь. Ни у рог, ни у... Блядь, он дискоги вообще. От шамани, смотрите. Если здесь плюс в рейд поставь. Понятно, ебать. Да было на дискорде, чтобы вместо того, чтобы умничать, сначала в лесу в дискорд зайди. Шпиль, шестая пати, на шпиль сели, танки босса уводят. Вар, пятая пати, уходит вместе с нами. Локи уберите питомцев, пожалуйста, чтобы их вообще не было. Ты тоже, пожалуйста, на время перебежки убирайте их. У нас дискорд написан был несколько раз.
Если вы, блядь, слепые, тупые, не видите, это сугубо ваши проблемы. Там кто-то из наших штурманов есть или нет? Мони, пять, пожалуйста, на босса. Танков не надо, блин, пока. Шпиль. Фул ребах по танку. Шпиль, о, касты. Бля, лучше я буду со своим статиком ебаться, закрывать некоторые рейды дольше, но, блядь, никогда не буду брать пугов, блядь, это такое зло. Пойдем, 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 танки уходим. ДД, пожалуйста, не бейте босса, бегите вперед. Дайте босса спокойно отвести. Оно хорошо, если ты собираешь для количества, а не для качества. Ну, да, там, типа, ну... Топ, топ. Блядь, милики, не бейте босса. Чья когда... собака блядская? Уберите нахрен прислужников своих, питомцев. Энхи, блядь. Ебали, блядь. Блядь, я же девушка, это лок, блядь. Сказано локом, блядь. Уберите нахуй, блядь, своих питомцев, дебильных. Надо будет еще один маг разлить прописать. Локовские питомцы минус 50 кролл. А хантовские. Да? И хантовские. Да вообще, любой питомец Фрейди, блядь, минус 50 кролл, все. Я озвучила, как чей там был пет. А да. Если кто-то Герудас? Да, вообще без ролл. Ребят, я играю на шамане, я могу... Постоянно сама нажать ту нужную кнопку для нас. Там... Ничего смешного в этом не видим. Мне нужна Гера в определенный момент босса. Если вы можете лишний раз тыкать туда, кто нас просит, ну это ваш косяк. Мне не нужно не нажимать. Друиды, скиньтесь по инору, попишите то. А то у него мана. Села. Вы можете поставить тотем на моем. Где есть силы, есть аршамы, которые могут поставить по тотему. А на пати есть. Но стреляешь. Холодильник далеко. Там еще кто-то влезал. Хуйня какая-то, блядь, иди сюда. Которая босса отводит, тварь, нахуй. Риплы, что ты здесь? Босса в угол поставь, тогда кто будет танкить на себя. Для этого я... Кто Геру сдал? Шаман какой-то. Это какой-то он, который больше всех говорит. Да такой умный, блядь. Кому клешни, блядь, повырывать и в жопу засунуть. Табло, табло, дай, пожалуйста, РЧ, РВ по этому, по рейду. Мони, сядь на босса, пожалуйста, на стаке. Вообще отхилился. Друиды, дайте БР, пожалуйста. БР, когда? По кому? Ну там 3-4 танка было мертвых. Простите, уже 5. Опять встал. Что-то шпиль не бьют. Ну так вы бейте. Шпиль, шпиль. Ребят, шпили у косты, топ-топ. Да, бьем шпили.
Мне КД на этот сбив. Так он даже не в дискорде, он так и так кинул. Я дала объяву на то, что человек без ролла, без ролла, без дискорда, без ролла. Это первая часть. Второе, я прописала это письменно. Не захочет сам на нее. Тут уже ЧС попахивает его. Я не пошел. Танки босса отведите к черепу, пожалуйста. Просто службу его уберите. Шпиль залейте, косты закикайте. Спасибо, блядь, долбоеба, который сейчас усрал просто, блядь. Быстрый килл босса вот на последние 15%. Любому засланец обливен. Просто там убрать. Идите, пожалуйста, добегайте. Там еще 14%. На вас может хоть Гера подействовать. У меня своя Гера есть. Там ДКшник. В рейде ДК. Был. Нет. Он был, а его нету. Друиды, ДД. Берьте танков, пожалуйста, потихоньку, как они вот. Просто как встану сейчас. Сейчас не надо. Там стоит какой-то шаман с тотемом каменного когтя и кастует. Помогает. Умер. Наш шпиль, шестая пати села. Все остальные босс. Там стопните ДПС, два человека еще добегают. Пусть добегают побыстрее. Вдруг не успеет. Оф-спек. Ну, ребят, честно сказать, с таким рейдом вообще нет желания что-то кому-то на успех рыть. Повторный гер. Для тех, кто умирал. Все остальные больше не встают. Добивайте босса. У нас лужа стоит. Масс прохил, масс сейв. Все масс умения. У нас какие-то додики забирали и бежали в дом. Идут, идут. Давайте. Добежал, ебать, упал. Курс стоит. Ребят, блядь, заткнитесь уже нахрен, просто бейте босса, блин. Да, босса убили, убежали, залили всех этих говнососов. Изи клэп. Обожаю. Два раза сходил, два раза, то, что нужно сделал. Спасибо. Да, спасибо. Карты X. Я знаю, спасибо. Чё выпало? Как обычно. Не знаете, как этот, блядь, а зачем? Мне аккаунт удалил? Вопрос. Зачем мне люди пишут, на кого не родят личку? Не знаю. Флаберия, ты в курсе, что личные сообщения, они не читаются? На всякий пожарный, я тебе так сейчас сообщаю, что это не считается для народ. Мам, то можно я народ? Можно я? Подождите, пожалуйста. Вы же маме сразу скажите, что он без ролла остался, пусть ливает. Я не дам ему ролить. Так клик на него и все. Это ролл? А может быть, я выкину? Нет. Что-то. Я не могу сейчас никого добавлять в рейд. Подождите пару минут. Там опять слеза. Это такой тринковый босс. Получил. Кто знает, как рекламу так на забросить? Да-да. Не забыл. В интерфейс зайди. Даш, тебе уже можно трейд кидать? Эскейп. Никогда не бросайте, но пусть все лежит. Модификация.